Ребят, всем привет, с вами Тони Сав. Я хочу с вами немножко поделиться своими впечатлениями о Голубых озерах, которые находятся под Слуцком. Добирались мы из Минска примерно полтора часа на машине сами. Дорога, в принципе, несложная, все понятно, найти особой сложности не доставит. Берите с собой водичку обязательно, берите с собой что-то покушать, потому что здесь нет никаких траков с едой, ничего вообще. Вот примерно выглядит это место вот так. Это пляж вдалеке, откуда мы заходили, вот там. Там справа дорога. Ну и, в принципе, все вдоль идут пляжи. Очень глубокое место. Можно, конечно, договориться с ребятами и взять сапсерф, вот на которых мы сейчас катаемся. Стоит эта услуга 30 рублей с человека. Вот. Ну, если машины нет и вы хотите доехать с ребятами, то это будет стоить еще плюс 20 рублей. Поверьте, вещи этого стоят. По времени мы выезжали с Минска где-то в 9:30 и до 6 вечера мы здесь. То есть у вас будет полноценных 3 раза по часу покатушек. Плюс вы можете спокойно просто покупаться, если вам не нравится кататься. Но покататься намного круче, потому что возле берега вся такая вода, ну, мел разбавленный в воде, она немножко мутноватая, а здесь посмотрите, какая вода. То есть практически как на море. Погода, конечно, тоже нужно крутую выбирать. Мы выбрались в отличную погодку, нам очень нравится. Сегодня жарень, 30 градусов. В общем, классное впечатление. Не ожидал, что вообще такие места в Беларуси есть. И как альтернатива небольшая поездки на море. Я думаю, что вам очень понравится, потому что места живописные. Вот. Ну, в общем, кайфаните и почильте, ребятки. Все, всем хорошего настроения. И посмотрите дальше немножко видосик, небольшие обзоры этих озер. It's not a game, it's a rich thing.